замужества, уж замуж не терпешь. Запомните название. Никогда не обращайтесь в агентство, где уж нам, уж выйти замуж. Это жулики и обманщики. Я свака, моя специализация, принцы и герцоги, миллионеры. Условно будем называть всех принцы. А главная задача – как любить себя принца? Как? Сохраните спокойствие, улыбайтесь. Так или так? Да, лучше не улыбайтесь. Просто сделайте реверанс. Так! Теперь как отлево посмотрите на принца? Так! Ну почти. А теперь главное. Как заставить принца сделать вам предложение? Как? Как слушать именно нас? Я вам сейчас расскажу. Запомните, девочки, несколько истин. Они вам помогут в назначенный час. Когда на балу танцы вы закружитесь, не важно, десятый раз, еще раз напоминаю, не простите растрепки. Дважды замокнутся сетки, и мега огонь моя заплетаю место. Комнате сразу со своею, но мне вспомнить все жени. Запомните, девочки, несколько истин, не хлопайте дверью. Не хочу я за принца, а я только принца.
я буду играть на Бродвее и сниматься в Голливуде. Мы народные таланты. Ненавижу ли тебя и бездельника? Люблю ты.
Давно бы превратила ее в лягушку. Но, к сожалению, у нее огромные связи. Золушка, ты хочешь поехать на бал и познакомиться с принцем? Ах, тетушка, я очень-очень хочу поехать на бал. Но, к сожалению, у меня много работы. Не надо печалиться. Золушка, не грусти, ни о чем не беспокойся. Решение твоих проблем я возьму на себя. Мальчик, где моя волшебная палочка? Сию минуту. Сейчас буду делать чудеса. Обожаю эту работу. Раз. Thank you.
Дорогая фея, я знаю, я не волшебник, я только учусь. Но позвольте мне преподнести скромный подарок для милой Золушки. Ну что ж, посмотрим, что ты приготовила. Золушка, я принес вам хрустальные туфельки. Я сделала их специально для вас. Мне почему-то кажется, что именно они принесут вам счастье. Молодец, мальчик, ставь себе отлично. Милая Золушка, вы мне очень нравитесь. Я восхищаюсь вашим трудолюбием, терпением, добротой. Позвольте мне быть вашим другом. С радостью. И спасибо тебе, мальчик, за чудесный подарок. Я рад, что он вам понравился, ведь я не волшебник, я только учусь. Но дружба помогает нам делать настоящие чудеса. Дядюшка, ты готова? Да, дядюшка, я готова. А теперь запомни главное. Ты должна вернуться до того, как часы начнут бить полночь. Ровно в 12 часов мое волшебство закончится, и все станет как прежде. И твое бальное платье опять превратится в старое. Помни об этом, дядюшка. Я буду помнить об этом, дядюшка. Спасибо за все. Будь счастлива. Добрый путь. А теперь антракт!